Ну вот красотень какая. Вот снежок свежий припорошил, так прям вообще красотень. Ветра нет. Хорошо. Серегу вытащил наконец-то из берлоги своей. Заманил кренделями, так сказать, картошкой жареной. Да, Серега? Да. Да. А, ну, он говорит, картошку почищу, нормально все-то, все нормально. Только приехали, уже жрать. Все, наш путь предстоит по этой живописной дороге до точки, где было поднято с одного места три сибирские монеты. Очень такие прям интересно. Заманили, короче, нас. Заманили нас весной. И вот все-таки мы решились закрыть сезон в этой точке. Ну, призакрыть. Потому что неизвестно, что будет впереди с погодой. Пока все хорошо, будет видно все. Вот так. Эта тропа вот прямо эта зверюшная. Нифига не человеческая. Все, зверюгам тоже хочется ходить там, где удобно. Эх, красота. Ветра нет. Вот она какая, вот по такой дорожке я обходил бы не один, не два, и даже можно и 5 километров пройти. А ну что, давай, мы сейчас, туда-сюда походить? Почему, мы круг можем дать даже. И нога, нет уж, все, нет. Слабачок. Нет, я на это не поведусь, все, идем. Нашел, ну-ка, что такое? Сдается мне, зайца сожрали, потому что с мясом, смотри, зайца-то сожрали недавно. Что, пахнет, да, мясом-то? Нет. Не, а вон что, лапка, что ли? Лапка. А вот она, лапка. Зайца сожрали. О, да тут хищники полно ходят. Тут ох-ох-ох. А не зря там воняло рысью-то. Наверное, она тут безобразничает. Я никакой вертолет нахуй. Что, Су-25. Слушай, они вон дерутся. Короче, мы, видимо, на птичьем языке сказали. Оружие пролетариата. Серп кованый. Ну что. Да, здесь яма домовая, вот она. Вот здесь вот получается яма домовая, а вот, скорее всего, вот это весь целиком фундамент. Сейчас попробуем его посмотреть подетальнее. Вот такая картина у нас. Пришли мы на точку, на которой мы были весной. Решили шурхануть. Зацепиться сложно, но можно. Вот она, первая находка, которую я зацепил. Сейчас поглядим, посмотрим, почистим. Ну-ка, на, Серега, почисти. Что там, есть что-то? Гренада. Серьезно? Да. Гренада маленькая такая? Да. Да ладно. Ну-ка, секунду. Так, Серега говорит, где-то гренада здесь. Да, есть гренада. Сейчас. Ну-ка, сейчас увеличу, посмотрю. Да, это действительно гренада. Слушай, ну вот я сколько копаю, у меня... Вторая всего пуговица с гренадой. И обе здесь, да? И обе здесь, да. Одна только была здесь побольше размером, это маленькая. А, почистить потом, да посмотреть. Ну что, я как бы доволен. Нормально. Я уже пришел. О, какая монетка зелененькая. Прям с дороги. О. Так. Ну что, Николайка. Николай. 901 год. Капиндос. Да. Вроде 901. Да, какая-то там зелененькая монетка. Вот она. О. О. Дорожная монетка. Или четвертый. Дай. Да. Прямо на дороге. Вот там лежала и ждала. Какой? Первый год. Ну что, поздравляю, Сережа. Молодец. Ну что, не все тут мы еще, значит, выбили. Но хорошо прошлись.
Серега там по дороге ходит, Николай взял первую копейку, медную российскую монету. А по легкому пути идет, по дороге не хочет траву мять. А я траву так вот мну, топчу, топчу. И вот результат. Вытоптал я находочку. О, вот такой вот крестик. Крестик, лепесток женский, маленький, сломанный, древний, с молитвами. Нормально. Пропущенный сигнал. Пропущенный. Нормально, чё? Ладно. Сейчас будем здесь топтать всё. Вот это да. Какая штуковина. Да. Что, наверное, насаживалось, может. Может, такой и был. Непонятно. Ладно. Нормальный ножик такой. Вот здесь я монетки сибирки собирал. Ничего не могу зацепиться. Но я там выбил плотно весной. Серега бежит. И вот здесь вот хотел уже бросить сигнал. Очень такой... Ну, не очень-то. Но ничего, вроде вон лежит. Так, что это у нас за монета? Что это? Это низкий чекан. Низкий чекан, двушка. Да, Серега подкрадывается. Я боюсь показать его лицо. Просто он не подкрадывается, негодует. Прямо почему, говорит? Отдавай, мужик, монету. Отдавай монету. Ну, на. На, почисти. О, это ты с серпом пришел? О, ух ты. Ты кто, это... Кто к нам с серпом пришел, тому серпом по яйцам. К окошке-то как бы это... Ой, улетел. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Там, где двуха, так вроде хорошая прям. Да, он и хорел хороший. Да. Ага, значит, не все мы выбили. Смотри, двуха. Да, двух. Прямо, она тертая при жизни, но она сохранилась. Вот он как глубоко. Я еле-еле ее зацепил. Ага. Орел тоже хороший. Так, ну-ка, ну-ка. Сейчас я потру. О, как красивая. О, какая красивая. 1851 год. 2 копейки, низкий чекан. Как ты умудрился зацепить? Я не знаю, чуть-чуть прямо. Я уже бросить хотел сигнал. Но добил его до конца. Ну, она почистится, да, хорошая монетка. Весьма. Чё, как сигнал тут? Плохой. Он, знаешь, такой глубокий и так... Вроде лысая пуговица. Ну, такая тяжелая она такая. Пуговица. Рядом с шурфом. Серегиным. А Серега костерок замутил. Я вот тут пытался сейчас шурфить. Ничего. Да, я там закидал уже. А вот Сережа раз, оп. Хороший крестик такой. Плотненький такой. Нормальный. Там прям такие тарелочки всякие. О, туда. Хорошо, поздравляю. Я думаю. Второй крест из этой ямки. Во какой. Во. Православный. Ну-ка. Чистить надо, конечно. Только неохота. Неохота. Да, видно, на железяке лежал вместе. Тут жесть. Железо, потому что... Да-да-да. Тут замаскировано сигнал. Дофигища. Копать надо, в общем. Может, там рубли, полтины лежат где-нибудь. Так. Да-да-да. На, Серега, поздравляю. Знаешь, какая-нибудь рублевая где-нибудь валяется? Да. А что там происходит? По-моему, она недовольная. Точно. Ну что ты? Ой, какая страшная жаба-то. Ой. Так это. Она клад здесь бережет. Угу. Давай, Сережа, давай. Склад. Склад. Еще один. Ну это сохраня вообще. Да, уж. Фух.
Отобедали, говорю, Серега, теперь пора и пойти золото до серебра тискать. Да глядишь, бежать надо уже. Темнеет рано. Пейзажи какие. Замочек. Явно старый, но металлический. Мелатонный, к сожалению. Ладно. Без прибора. О, самоварчик, причем такой небольшой. Красавец. Вообще. Давай самовар теперь тискать начинай. Слушай, ну это интересно уже. Вообще. Сигналы пошли цветные, как обычно, вечер. Вечер это всегда вот так. Причем не то, что вечер, а без пяти минут пора уходить. Да, уже темнеть начинает, а мы тут такие, оп-оп, портал открылся и дубасить. Давай, Сережа, давай, рубль давай, и мы сегодня тогда отметим это все дело, так сказать, званым ужином. Нам повод не нужен. А так-то да, нам повод не нужен, короче, ладно, все точно будет так. Ой. О, это что там, тарелище выпало, чайник. Такой ну, коли к самовару, так сразу же это... И чайник. О, самовара. Я и моя Маша. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, интересно, интересно. Давай. А вон там еще какая-то вон часть от этого. Вот и стемнело. Слушай, быстро как вообще раз и все. Вообще осень. Серега только-только зацепился. Все. Ну, это мы оставим на завтра. Завтра я думаю, что мы продолжим. У нас... Все будет четко. Главное, зацепились. Хорошо, понятно. Здесь надо долбить. Там надо долбить. Так. А? Ну как зацепились? Да зацепились. Что, подряд три цветных сигнала таких правильных. Да плюс я там вот такую шайбу бронзовую достал. Это пропущенный сигнал. Это вообще. Тут железо куча, просто надо все перерабатывать, перебирать, и все будет четко. Ладно, что, погнали. Сейчас у нас предпраздничный, так сказать, вечер. Точнее, праздничный. Идем. Палатку поставим, первым делом выпьем. Да. Ну все, ничего не оставили. Все прибрали, все убрали. Серега здесь промял под собой ночью яму и спал, так сказать, на кочках. А сперва, когда ставили палатку, было все, казалось, все ровно, все хорошо. Но оказалось, листва смаскировалась, как сказать, замаскировала ямы. Но Серега своей тушей продавился и мучился, спал в неровно. Точнее, он как бы копировал ямы своим телом. Вот так вот. Ну все, на этом погнали дальше. Сейчас нас ждет второй день нашего, так сказать, мероприятия. Идти нам недалеко, а ехать нам вообще не надо. Так что все нормально. Вот так вот. Как-то непривычно даже, что ехать никуда не надо. Ну ладно. Прикольно. Прикольно. Ночь, кстати, была теплая. Ну как теплая? Ни хрена не теплая. Как красиво, прозрачная когда. Вот где надо картоху-то было мыть. Ты в какой-то грязной луже мыл. Вообще, нашел тоже самую грязную лужу картошку мыть. Вот же чисто. Так, погоди, сюда иди. Здесь шли, бобры здесь плавали туда-сюда. А сейчас на ледоколе только можно. Давай. Пойду по льду. Давай, Веда, прыгай пойду давай. По льду. И давай, быстро. О, так, ну-ка. О, лед не держит. О, на, я боюсь. Я в очередном красивом месте. Ух, сосна какая жирная прямо. А тройничок, тройничок видал, да? Тройничок. Ух, место красивое какое. Вчера мы здесь шли, сегодня снова идем. Там заяц разодранный, надеюсь, хищника там нет. Разодранный. Разодранный.
кто-то сожрал его. Сейчас. Не буду показывать, потому что оно грустное. Грустное, потому что он радуется за меня. Радуется за то, что получилось. Вот здесь вот, вот он копает. Здесь яма выходит вглубь. Я с этой стороны, здесь бревно какое-то пошло. То есть сюда, здесь ничего интересного. И вот сигнал. И вот она монета. 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 Я еще не смотрел, но это билон. Серебро. 10 копеек. А год, наверное, 21-й, наверное. Сейчас посмотрим. Так, Серега смотрит. Так, помуслякать надо. Помуслякать. Щетки у нас нет. Щетка была, потерялась, как обычно. Штаны — лучшее средство для чистки. Там просто прямо налипло на годе. На годе. Наверное, спрятать хочет, говорит. Ну, 21-й. Но... Ну, я тебе так скажу, что я не исключаю. Прямо налипло, непонятно. Попробуй приблизить. Сейчас мы попробуем приблизить и посмотрим. Потому что их же 22-й и 23-й вот только такие были. Нет, это не 21-й. Как ты там что увидел? А какой? Округлость какая-то. А может, не знаю. Нету, в общем. Натерли. Натер я ее плохо, потому что год не 21-й. Но, тем не менее, это серебро. И, кстати, мне кажется, это первая советская монета, найденная на этом месте, на этом урочище. Ты помнишь, Серега, что были здесь советы у нас? Потеряшки были, а так нет. Так что... Серебро. Отлично. Вот и получается, что здесь железом все замаскировано. Пока железо не уберешь, хрен зацепишь. Вот такие дела. Серега копает окопчик. О, сегодня прохладненько, но хорошо. Значит, Сережа опять сидит. Лицо не показываю, потому что у него очень добродушное лицо, такое выражение лица. Не буду уж так сказать. Вот она, монетка. Вот она, где-то там, вот она. Ну, мертвучая, просто вообще до ужаса. Лежала под печкой. Вот она, печка. Под печкой. Ну-ка, Сережа, на. Давай. Я думаю, что это копейка какая-то, Николай. Давай, Сережа. Она и есть. Она и есть. Так. Ну, формат тот. Формат тот. Трудно различимая. Ну, формат точно тот. Серега дубасит там. А, такую шифровку поднял. Буква Г. Наверное, на погон цеплялась. Какая-нибудь гвардейская. Какая-нибудь там дивизия, не знаю. Но это буква Г точно. Да, нормально. Вот шикарный родник здесь. Здесь дом стоял. Мы здесь были по снегу. И кое-где не смогли пройти. Снегом было завалено. Все-таки я... Прямо тянуло меня сюда. И вот сигнал первый прямо. И вот он, красавчик. Вот он. Вот он. Это... Ай-яй-яй, чуть-чуть погнутый. Но это колокольчик. Вот он. А не я... О, так это я его погнул, прикинь. Ну да. Некрасиво получилось. А может, не я. Нет, я, скорее всего. Да. Класс. Класс, класс, класс. Ого, Сережа пуговицу красивую нашел. О, все перышки видны. Так, на поверному пути идем, значит. Нормально, Сережа, поздравляю. Спасибо. А я топор здесь поднял. Топор в шикарном сохране, лежал в ручье. Кто-то его отмачивать положил, да и забыл. Вот так. Это да. Это вот копать начал, потому что... Смотри-ка, что.
Вот он, часть киотного креста. Жаль, не целый, прям вот жаль. Но посмотри, какова красота. Во, да. Место нашли прям, капец сигнал. Короче, Андрюха, шутить надо. Так, так, так. Слушай, ну здорово ли, а? Сережа, поздравляю. Спасибо. Сейчас сфотографирую для истории. Может, почистишь или что? Мне что ли все чистить? Твои находки. Я же твои чищу. О, здесь Москва написано. Серега, ты сломал шикарную бутылку. Да я вон сломал, это не я сломал. Нет, ты сломал, она была шикарная, ты ее сломал. Посмотри, скол-то свежак просто вообще. Какой нахрен? Эх ты! Сейчас грязный-то. Эх ты, Сережа! Как тебе нахрен не стыдно, а? На! Держи боль! Не напрашивайся на рифмы эти. Эх ты! Ай, ой! С одной ямы крест. Киотный это. Ну слушай, посмотри, сколько до материка. Итак, наконец-то среди этого кучи жести и прочей херни. Потерял. Вот она. Монета. Че это? Ну да, это. О, с этой стороны красивая. С этой стороны очень красивая, кстати, прям вообще красивая. Прямо четенько. Копеечка Николая. Ну, он вообще... короче, не смог из ямы вылезти. Там и сдох. Там и сдох. Ну, смотри, какая красивая монетка. О, о, о. На. Вот осенью как. Травы нету, можно ходить поздней осенью. Как весной практически. Там у меня колокольчик был. И вот еще одна монета. Трешечка. Трешечка. Вот она. Трешечка. Вот и советины пошли. То ли 31, то ли 34. Вот. Сережа, тут какой-то интересный артефакт нашел. Это точно от оружия. Только от какого, непонятно, ножны. Скорее всего, вот эта клепка в коже была. Нет, узкая для сабли, что-то клинок какой-то. Куртик, хрена знает, не знаю. Не знаю, что такое. Надо атрибутировать. Непонятно, но... Да. Интересно. Забирай. Жалко, что нету клея, принадлежащий какому-нибудь подразделению. Они обычно ставили с клеем здесь. Но интересно, это называется прибор. Да. Цепочка. Слушай, на одном конце кожа еще осталась. Кожа сохранилась. Значит, это какая-то конская упряжь какая-то. Да, вот это да. Лучше бы это серебряная была. Да еще чтобы часы. Не, часы не надо, чтобы были на конце, потому что они были мертвые, было бы вообще обидно. Так что нормально. Штукой трубу закрывали. Чук в печке. Самоварную. Здесь была ручка. Нормально. Я тебе, Серега, корону нашел. Корону для того, что ты сегодня король, как сказать, разбитого стекла. О, башмак. Башмак. О, классно, башмак. Так это верный знак. Это верный знак, что здесь орленый люди жили. Орленый башмак. Нормально вообще. Да. А я поздравляю.
скромный итог за 2 дня. Нифига, мы 2 дня всего. 2 дня долбили и нифига не нашли. Вот так вот. Ну, конечно, от монеток 1, 2, 3, 4, 5 штук и все. Да. Нет, у меня там еще где-то монеты были. Ну, у Сереги еще монеты там есть, да. В общем, вот такой итог у нас получился. Ничего интересного нету. И тем не менее, я не знаю, съездили прикольно. Прикольно. Вообще, как весной, травы мало, палаточка вечером, чайку попили, все дела. Замечательно. Все. Вот эта штука интересная, что такое? Какой-то прибор от холодника. Ну и все. Костер ждет. Сейчас сосисоны будут жарить. Все. Конец. Убежал. А думаете, почему он убежал? Рассказываю. Есть у меня патрон от револьвера Наган. Эксперимент. Сейчас я его в костер брошу и тоже так же быстро убегу. Еще посмотрим. 100 лет земля лежал. Бахнет, не бахнет. Ой, страшно мне тоже. О, все, бежим нахрен. Не знаю, бахнет, не бахнет.